В республике стартовал региональный чемпионат WorldSkills. Шестой по счету конкурс молодые профессионалы проведут по 45 направлениям. Заявились более 300 участников. Что нового для них подготовили организаторы в этом году? Торжественное открытие посетил Дмитрий Тымыров. Шестой по счету региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills в этом году стал еще моложе. Организаторы мероприятия допустили к участию ребят с 14 лет. В этом году участвуют школьники, направление юниоры. И если в прошлом году мы проводили только среди молодых профессионалов, это в основном студенты, то в этом году также принимают участие школьники. Также в этом году увеличилось число компетенций, по которым будут проходить соревнования. В этом году мы чемпионат проводим по 60 компетенциям. В прошлом году мы проводили по 43, то есть прибавление значительное. Есть развитие, уже добавилось где-то 17 компетенций новых. Соревновательные дни пройдут сразу на 6 площадках. В Якутске, Мирном, Нерюнгри, Хандыге, Нижнем Бестяхе, Мегино-Кангалаского района и селе Жулун Чурапчинского. Помимо студентов, участие примут более 100 школьников из разных уголков Якутии. Мы готовились довольно хорошо. Нам управляли здание и так показали. Мы решили попробовать свои силы в компетенции. Оценивать работу молодых профессионалов будут 200 экспертов, как приглашенных, так и из числа местных специалистов. Среди них будут и эксперты-дети. Это победители прошлых чемпионатов. В этот раз они оценят работу молодых профессионалов. Юные члены комиссии признаются, что волнуются не меньше, чем участники. Конечно же, надо быть очень компетентным экспертом и знать все аспекты своей сферы. Я думаю, я справлюсь с этой работой. Ну, по крайней мере, надеюсь. Что касается участников, то все они надеются только на победу. Несмотря на то, что мы довольно-таки юные, у нас амбициозный проект, я уверен в своих силах. Ну, мы верим в себя, то есть мы уверены в победе, уверены, что займем первое место. Завтра, с 16 февраля, уже начнется работа по компетенциям и продлится до 25 февраля. Победители этого чемпионата будут принимать участие в отборочных соревнованиях, и у них появится шанс выступить в финале, который состоится в городе Южно-Сахалинск в августе этого года. Дмитрий Тымыров, Григорий Григорьев, Якутск.